Представители общественной палаты и руководство городского округа Люберцы провели совместный рейд по выявлению стихийных свалок. Проверка прошла на территории Малаховки, где очень часто владельцы дачных участков выкидывают мусор в неположенных местах. О том, как члены инициативной группы боролись с нарушителями чистоты, наш следующий сюжет. Наибольшее количество жалоб поступает от жителей северной стороны Малаховки. Навалы мусора здесь появляются в том числе из-за интенсивного движения транспорта. Чтобы поймать нарушителей, участники рейда распределились по нескольким группам. Недалеко от дачных участков на 4-м Некрасовском проезде они обнаружили самодельное приспособление для сбора мусора. Может быть, кого-то провоцируют ряд вот таких, например, как здесь. Он будет достаточно длинный, удален, чтобы не было призыва и руки не чесали составлять здесь мусорный пакет. Чуть позже появилась девушка, которая решила воспользоваться таким своеобразным контейнером. Вы же здесь живете, вы же хотите жить в чистоте. Вы расскажите не только, значит, своим родным и близким, но и всем, кто живет по этой улице, что надо вместе наводить порядок. Поблизости нет контейнера, так объяснилась девушка. Однако на просьбу не полениться и пройти 100 метров до ближайшей площадки отнеслась с пониманием. А что касается дефицита мест для сбора мусора, то он действительно имеет место быть. Эту проблему местные власти решат в течение 2 месяцев. В ближайший месяц мы установим 3 контейнерные площадки и, значит, посмотрим, что у нас там с бюджетом. Найдем какие-то денежные средства для того, чтобы, так сказать, еще, я думаю, 5-6 площадок надо устанавливать. После проведенной работы участники рейда встретились, чтобы обсудить результаты. Выявление нарушений общественники фиксировали на мобильные телефоны. Женщина поднималась из перехода и выкинула пакет, ну, буквально в угол, там, под столбик. Соответственно, мы попросили ее поднять этот пакет. Она его подняла, спросила, что ей делать. Мусорки нигде нет. Мы сказали, что около остановки есть мусорка, она спокойно может выкинуть. Подобные рейды общественники и руководство округа намерены проводить на постоянной основе. Таким образом, они пытаются достучаться до граждан и доказать, что чисто там, где не мусорят. Луиза Егиазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.